в исполнении приказа начальника ОМВД России по Тамбовской области 16 по 20 апреля были проведены профилактические мероприятия, направленные на взыскание штрафов с водителей, которые нарушили правила дорожного движения и при этом уклоняются от уплаты назначенного наказания. Операция, в ходе которой должников навещали непосредственно по их месту жительства, прошла на территории обслуживания межмуниципального отдела полиции Уварский. У нас есть такая категория граждан, как злостные неплательщики, которые имеют более 10 неоплаченных административных штрафов. Вот с этой целью мы совместно с судебными приставами организуем профилактическое мероприятие. Проезжая по адресам, которые имеются в делопроизводстве у службы судебных приставов, участники акции предлагают должникам оплатить административный штраф через терминал прямо на месте. Закон гласит, что совершать исполнительные действия можно по месту жительства нарушителя, месту его работы или там, где находится его имущество. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».